يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Переселение мусульман в Аль-Хабаша, Эфиопию, принятие ислама Хамзой и Умаром. Начался пятый год после ниспослания пророчества. Мучения, причиняемые сподвижником пророка, да благословит его Аллах и приветствует, усилились. И некоторые сподвижники, после разрешения им на то пророка, решили совершить переселение. Переселиться в местность, называемую Аль-Хабаша. Там правил правитель, называемый Ан-Нажиши, Нигусом, о котором пророк сказал: «Воистину, это справедливый правитель, при правлении которого ни один человек не притесняем». И он разрешил переселиться тем из сподвижников, кто мог сделать это. Так они решили собраться в одну из ночей. Каждый из них незаметно вышел из своего дома, так как они хотели выйти из Мекки, чтобы их никто не заметил. Собралось 12 мужчин и 4 женщины. Их предводителем был Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах. А среди женщин была его жена Рукайя, дочь пророка, да будет доволен ею Аллах. Таким образом, собралось 16 человек, чтобы совершить переселение из Мекки ради Всевышнего Аллаха. Ведь великий и всемогущий Господь сообщил им в Коране, что земля его обширна. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Господь, великий и всемогущий, сказал, что земля его обширна. Чтобы разрешить переселяться им по ней и покинуть эту землю, на которой они претерпевали страдания. Многобожники причиняли им сильные мучения, били их, тащили по знойной пустыне, истязали их плетьми и делали много другого зла. И вот они собрались в ту ночь, и никто из неверующих курейшитов не заметил этого. Они вышли под предводительством Усмана ибн Аффана и направились в сторону моря. И только на утро многобожники узнали о том, что они ушли. Курейшиты поспешили за ними, желая схватить их. Но Господь, великий всемогущий, спас их. Мусульмане погрузились на корабль и направились в сторону местности Аль-Хабаша к тому справедливому правителю Нигусу. Он придерживался христианства, но был справедливым в вынесении решения и никого не притеснял. Аллах спас эту небольшую группу верующих. Первой семьей, переселившейся на пути Аллаха, была семья Усмана ибн Аффана и его жены Рукаи, дочери пророка, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство. В один из дней этого же года, в котором переселились некоторые сподвижники в местность Аль-Хабаша, пророк, мир ему и благословение, читал Коран возле Кабы. Обычаем многобожников было следующее. Если они слышали, что пророк читал Коран, они начинали говорить вздор и возвышали свои голоса, чтобы его никто не слушал. Но в тот раз, когда он начал читать, многобожники вокруг него слушали.
Пророк использовал эту возможность и прочитал главу из Корана, которая обращена к ним напрямую. Он прочитал суру под названием «Ан-Наджм» — «Звезда». Это было проявлением его мудрости, да благословит его Аллах и приветствует. Он прочитал. Арабы понимали слова «когда звезда падает», «чем Аллах клянется». То есть я, стоящий перед вами, не заблудился. И тогда многобожники изумляются, их сердца повели их к размышлению и слушанию, несмотря на то, что они до сих пор многобожники. Однако Коран — слова Аллаха, и он дойдет до любого сердца. Они все слушают и слушают, и когда пророк достигает слов Аллаха, Аллах повествует им об идолах, о том, кому они поклоняются. Затем Аллах начал рассказывать им о том, что он сделал с предыдущими общинами. В этот момент сердца многобожников устрашились. Они испугались, а их сердца подступили к горлу. Несмотря на то, что они явились многобожниками, они испугались этих слов. В конце этой суры Аллах, велик Он и всемогущ, напрямую обращается к ним и говорит. Когда слушаете Коран, вы поете? И не проникаетесь, когда слушаете слова Аллаха? Когда вы слышите эти слова, только изумляетесь? Где ваша вера? Где ваш разум? Где ваши сердца? Затем сура заканчивается словами. И пророк, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство, падает ниц. А за ним падают ниц все те многобожники, которые слушали его. Даже не почувствовав, они сделали это. Пали ниц их тела, но сердца их не уверовали. Они пали ниц, не почувствовав этого. Когда пророк поднял свою голову, то увидел, что они тоже совершили земной поклон. Он спросил их, уверовали ли вы? Они растерялись, что им сейчас ответить? Что сказать посланнику Аллаха? Они не уверовали, но пали ниц, не желая этого. Он спросил их, уверовали ли вы? Вы пали ниц Аллаху. Они ответили, нет, мы вспомнили наших богов и пали ниц им. Да сгинут они. Сгинут. Среди курейшитов распространилась молва, что жители Мекки уверовали, и что уверовали ее старейшины. Распространилась вещь, что они пали ниц вместе с посланником Аллаха. Эта молва распространилась так, что достигла местности Аль-Хабаша, и те, кто переселились до этого, начали возвращаться в Мекку. Но когда они приблизились к Мекке, поняли, что это была лишь сплетня и молва. Некоторые из них вернулись, а другие вошли в Мекку под покровительством некоторых. Мусульмане второй раз переселились в местность Аль-Хабаша. Однако это переселение было больше, чем первое. Из мужчин переселилось 83 человека. Среди них Джафар ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах. А из женщин переселилось 18. Все они переселились в местность Аль-Хабаша, к Негусу. Он был христианином и никого не притеснял на своей земле. Мусульмане жили там в безопасности. Курейшиты же отправили за ними двоих очень умных мужчин, Амара ибн Аса и Абдуллаха ибн Абу Рабиа. Они взяли с собой много подарков Негусу. Когда они прибыли к Негусу, то преподнесли ему дары, драгоценности, золото и другое, и преподнесли дары его патриархам, его окружению. Негус обрадовался им и предложил сесть. Тогда Амар ибн Ас заговорил, «О Негус, воистину, глупцы и мальчики из нашего племени убежали.
Они убежали из наших домов в твои. Они оставили нашу религию, религию их отцов и дедов, и не приняли твою религию. Они обругали нашу религию, а ты приютил их. Так выгони же их. Воистину, старейшины Мекки хотят их возвращения. Патриархи заявили, поддерживая их слова, «Верни их, верни тех людей на их родину». Негус заявил, «Нет, пока я не послушаю их сам». Тогда Негус позвал их к себе. Собрались мусульмане. Кто же начал говорить от них? Джафар ибн Абу Талиб. Негус сказал им, «Вы оставили религию своих отцов и дедов и не приняли мою религию. Что это за религия, с которой вы пришли?» Джафар ответил ему, «О Негус, мы были невежественны, поклонялись идолам и камням, ели мертвечину, совершали непристойности и обрывали родственные связи, не поддерживали хороших отношений с соседями, а сильные среди нас притесняли слабых. Так было, пока не послал Аллах пророка и посланника из нашей среды. Его происхождение, правдивость, честность и скромность были нам хорошо известны. Он призывает поклоняться одному лишь Аллаху и оставить тех идолов, и камни, которым поклонялись наши предки. Он призывает нас поддерживать родственные связи и хорошо относиться к соседям. Он призывает нас быть правдивыми и возвращать доверенное. Он призывает нас совершать молитву, отдавать закят и соблюдать пост. Он призывает нас соблюдать целомудрие. И начал перечислять все то, что предписано исламом. Он продолжил, «Наш народ обижает нас и причиняет нам страдания. Мы узнали, что ты никого не притесняешь, и вышли из своих домов твои, надеясь, что будем пребывать у тебя в безопасности». После того, как Негус услышал прекрасные слова Джафара, а Амар ибн Ас все это время тоже слушал, он спросил его, то есть Джафара, «Сможешь ли ты прочитать что-либо из книги вашей религии?» Джафар ответил, «Да». Негус сказал, «Прочти, что у тебя?» Тогда он выбрал суру «Марьям», и начал читать, в то время как Негус и патриархи слушали. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني. Джафар читает, а Негус начинает плакать, и вместе с ним начинают плакать и патриархи. Пока он не дошел до слов. حتى وصل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. Он начал читать аяты, повествующие об истории Марьям, затем Исы, Иисуса, мир ему. И они плачут так, что увлажняются их бороды. Когда Джафар закончил чтение, Негу сказал, клянусь Аллахом, то, что сказал ты и то, что сказал Иса, исходит из одного источника, то есть это религия, с которой пришел Иса. Амар ибн Ас вышел, а Негу сказал, «Вы в безопасности на моей земле». Они вышли, а Амар ибн Ас сказал, «Клянусь Аллахом, я непременно приду к нему завтра и еще раз попрошу его». Вернулся Амар ибн Ас. Он был сообразительным и сказал, «О Негу, слышал ли ты, что говорят наши глупцы о Исе, сыне Марьям?» Негу спросил, «Что же они говорят?» Тот ответил, «Они говорят о нем нечто серьезное». Тогда Негус послал за мусульманами. Мусульмане узнали, что он спросил их об Исе, и испугались. «Что же мы скажем сейчас?» Однако они решительно вознамерились сказать правду, и не спасет их ничто, кроме правды. Негус позвал их, и приблизился Джафар. А патриархи стояли вокруг. Негус спросил его, «Что вы говорите о Исе, сыне Марьям?» Джафар ответил, «Он раб Аллаха и его посланник». Все вокруг смотрят и слушают. Эти слова опасны. «Раб Аллаха?» Христиане так не говорят. Однако он сказал, «Он раб Аллаха, его посланник, слово его, которое он послал Марьям, и дух его».
Он начал перечислять его качества, а люди вокруг молчат. Тогда Негус опустил свою голову, затем взял ветку с пола и сказал: «Клянусь Аллахом! Клянусь Аллахом, эти слова соответствуют тому, с чем пришел Иса, сын Марьям». Патриархи захрипели, разгневались, но Негус ответил: «Даже если вы хрипите из недовольства, клянусь Аллахом, это и есть то, с чем пришел Иса, сын Марьям». Затем он приказал вернуть те дары, которые преподнес Амр ибн Ас. Он приказал: «Верните этим двоим подарки их. Я не хочу от них ничего». Они вернулись ни с чем. Амр ибн Ас, до того, как он принял ислам, и Абдуллах ибн Абу Рабиа. Мусульмане сказали: «Мы прожили в безопасности у Негуса несколько лет. Жили так, как не жили до этого. Он позволил нам поклоняться Аллаху так, как этого мы желали». Так мусульмане остались у Негуса несколько лет, пока Аллах не дал победу своему пророку. И затем они снова вернулись на родину. Абу Джахль прошел мимо пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда тот находился у холма Ас-Сафа. Абу Джахль обругал пророка, мир ему и благословение, скверными словами и сильно обидел его. Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не ответил на это. Однако это происшествие увидела молодая девушка, вольноотпущенница Абдуллаха ибн Джадана. Через некоторое время, как она увидела это, пришел Хамза ибн Абдуль-Мутталиб. Он как раз возвращался с охоты. Когда Хамза пришел, его увидела эта девушка. Она отправилась к нему и сказала: «О Хамза, знаешь ли ты то, что сделал Абу Джахль? Его также называли Амру ибн Ишам, с Мухаммадом, сыном твоего брата». Тот спросил ее, что же он сделал. Тогда она сообщила ему о том, что произошло. Хамзу охватила ярость за своего племянника, и он поспешил к Абу Джахлю, когда тот сидел вместе своего собрания. Хамза схватил свой лук и сказал Абу Джахлю: «Ты бьешь Мухаммада, сына моего брата, когда я тоже исповедую его религию». Хамза не был мусульманином. Однако его охватила ярость, как он смеет бить моего брата. И он ударил Абу Джахля своим луком так, что у того на голове образовалась страшная рана. Абу Джахль упал на землю, а кровь сочилась из раны. Поднялись мужчины из его племени, желая ударить Хамзу, и поднялись мужчины, защищая Хамзу. Вот-вот разразится между ними драка. Но Абу Джахль сказал людям: «Оставьте его. Воистину, я обругал его племянника скверными словами». «Что ты наделал, Хамза?» «Ты сказал, что придерживаешься религии Мухаммада». Хамза сразу же пошел к посланнику Аллаха, сел с ним и рассказал о том, что произошло. Пророк обучил его исламу, и сердце Хамзы, да будет доволен им Аллах, раскрылось для истины. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ. Чью грудь Аллах раскрыл? Великий и всемогущий Аллах раскрыл грудь Хамзы, и он укрепил им религию. А Хамза прекрасно исповедовал свою религию. Гнет Умара против сподвижников посланника Аллаха усилился. Через 3 дня после того, как ислам принял Хамза, Умар искал посланника Аллаха. Он обнаруживает мужчину по дороге и спрашивает его: «Где Мухаммад?» Тот спросил: «Что ты хочешь от него?» Тот ответил: «Я хочу его видеть». Тогда тот сказал: «О, Умар, указать ли тебе на нечто удивительное?» Умар спросил: «Что же это?» Мужчина сказал ему: «Твоя сестра и твой зять, ее муж, тоже приняли ислам». Умар сказал: «Горе тебе, что ты говоришь?» Тот ответил: «Иди же к своей сестре и посмотри». А в это время его сестра Фатима бин Аль-Хаттаб и ее муж сидели дома вместе с Хаббатом ибн Аратом, который читал им суру Таха. Амар торопился к сестре. Хабаб услышал приближение Умара и спрятался в доме. Как только Умар вошел в дом, он спросил: «Что это за голос, который я слышал?» Его зять ответил ему: «О, Умар, а что, если истина не в твоей религии, а в религии другого?» Умар встал и начал избивать его.
Но Фатима, его сестра, оттолкнула его от своего мужа. И тогда Умар ударил ее так, что нанес рану на ее голове. Фатима упала на пол, а кровь сочилась из ее раны. Умар посмотрел на нее. Именно в этот момент его сердце стало смягчаться. Он встает и берет свиток Корана. По этому свитку они читали суру Таха. Умар хотел взять свиток и прочесть его, но Фатима забирает его у Умара. Тот спросил ее: «Что ты сделала?» Она ответила ему: «Воистину, ты многобожник и нечист. Воистину, ты многобожник и нечист, о Умар. Я не отдам его тебе, пока ты не омоешься». Если бы сердце Умара не смягчилось, он бы не встал и не совершил омовение. Однако его сердце начало смягчаться, Умар начал меняться. Он совершил омовение. После того он пришел и взял свиток, посмотрел на него и начал читать. Удивительные слова. Эти слова Умар ибн Хаттаб читает впервые. كلام أول مرة يقرأه عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض ممن خلق الأرض والسماوات العلا وعمر رضي الله Умар, да будет доволен им Аллах, знал, кто сотворил землю и небеса. Это Аллах, великий всемогущий. ممن خلق الأرض والسماوات العلا Кто же это? الرحمن على العرش استوى Умар читает и размышляет, а его сестра сидит рядом и взывает к Аллаху за него, и его зять сидит там же. Тогда, когда все поняли, что сердце Умара начало смягчаться, он начал читать слова Аллаха, великого и всемогущего, Коран. Именно тогда вышел Хабаб. Умар сказал Хабабу: «Где Мухаммад?» Тот спросил: «Что же ты хочешь от него?» Тот повторил: «Сообщи мне, где он сейчас». А пророк, как обычно, собирался вместе с другими сподвижниками в доме Аркама ибн Аби Аркама. Вместе с ними был и Хамза, который недавно принял ислам. Они обучались своей религии, исламу. Умар ибн Аль-Хаттаб вышел в сопровождении Хаббаба, обнажив свой меч. Направляясь куда? Направляясь в дом Аркама ибн Аби Аркама. Это тайное место, в котором собирался пророк со своими сподвижниками. Умар направился к ним. Ни пророк, ни его сподвижники не знали, что Умар направляется к ним, и в руках Умар поднимает свой меч. Умар дошел до дома Аркама и постучал в дверь. Один из сподвижников посмотрел, кто там, а затем сказал: «О посланник Аллаха, это Умар ибн Хаттаб». Сподвижники, которые были в том доме, испугались. Тогда Хамза сказал: «Если он желает блага, мы дадим его ему, а если же он желает зла, то мы убьем его его же мечом». Хамза ведь был смелым, словно лев. И Умар был героем, смельчаком. Этот желает принять другого. Что же до других сподвижников, то они испугались. Пророк сказал Хамзе: «Посторонись». Встал самый смелый из людей, Мухаммад, мир ему и благословение. Он открыл дверь, и Умар ибн Хаттаб вошел. Посланник Аллаха взял его за края его одежды и с силой притянул к себе. Он сказал ему: «О Умар! О Умар! Неужели ты не прекратишь поступать так, пока Аллах не ниспошлет на тебя наказание с небес?» То есть он говорит: «До каких пор, о Умар, ты будешь находиться в таком состоянии?» Как вдруг Умар говорит: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что ты посланник Аллаха». «Аллах велик! Аллах велик!» — сказал посланник Аллаха. «Аллах велик!» — воскликнули все находящиеся в доме. «Кто принял ислам сегодня? Это Умар ибн Аль-Хаттаб. Сегодня начал усиливаться ислам. Сегодня сподвижники возвеличивают Аллаха и показывают свой ислам открыто, так как сегодня принял ислам Умар». Все курейшиты знали, кем был Умар ибн Аль-Хаттаб. Умар, о котором ни один человек не подумал бы, что он примет ислам, но сейчас Аллах раскрыл его грудь.
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Сегодня Умар принял ислам. Все находящиеся в доме возвеличили Аллаха и возрадовались мусульмане. Сегодня верующие радуются победе Аллаха. Умар вышел после того, как показал, что он принял ислам, и после того, как обучился своей религии. Он направился в Мекку и расспросил о людях, которые лучше всего распространяют новости. Ему указали на Джамиля ибн Маммара. Он был тем, кто распространял новости. Тогда Умар направился к нему и встретился с ним. Он сказал ему: «О, Джамиль, слышал ли ты?» Тот спросил: «Что за новость?» Тот ответил: «Я принял ислам». Джамиль не ответил ему. Он сразу же встал и позвал: «О, курейшиты! О, курейшиты!» А Умар сидит у него за спиной. «Послушайте новость!» И все люди знают, что этот человек является разносчиком новостей. Они спросили его: «Что за новость?» Он ответил: «Умар поменял свою религию. Умар поменял свою религию». Тогда Умар ударил его. Сказал: «Ты врешь. Скажи, Умар принял ислам. Скажи, Умар принял ислам». Сегодня поменялись даже слова. Сегодня меняются даже слова. Сегодня принял ислам Умар. Те сподвижники, которые скрывали свой ислам, сказали: «Клянемся Аллахом, мы не совершали молитву возле Кабы, пока не принял ислам Умар». Сегодня ислам начал усиливаться. Аллах усилил ислам одним из Умаров. Когда многобожники услышали эту новость, они собрались вокруг него. Вокруг Умара ибн аль-Хаттаба собрались мужчины и начали бить его. Он же был один, отталкивал одного, другого. Все начали бить его, и это продолжалось целый день. Все они хотели ударить Умара и убить его, но не смогли сделать этого. Умар ибн Хаттаб сказал им: «О, курейшиты, клянусь Аллахом, если бы нас было 300 человек, мы бы не оставили вам Мекку. Если бы нас было 300 мусульман в Мекке, то мы бы не оставили ее вам». Как только он принял ислам, сразу же бросает вызов неверующим курейшитам. «Если бы после меня был пророк, то им был бы Умар», — сказал посланник Аллаха. Он был тем, кто получал внушение свыше в этой общине. Он Аль-Фарук, которым Аллах разделил истину от заблуждения. Когда люди начали сильнее бить его, прибыл мужчина из старейшин Мекки, Аляс ибн Ваэль. Он спросил: «Что это? Что происходит?» Они сказали ему: «Умар отрекся от своей религии». Он сказал: «Мужчина выбрал для себя религию, оставьте его с его делом. Мужчина выбрал то, что захотел, оставьте же его вместе с его делом». И как только Аляс ибн Ваэль приказал им это, люди разошлись и оставили Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Умар же после того, как люди разошлись, направился к тем, кто более всего причинял страдания посланнику Аллаха. Умар захотел бросить вызов курейшитам, которые более всего обижали ислам и мусульман. Кто же это? Им был Абу Джахль. Умар спросил о нем: «Где он?» Ему сказали, что он находится в своем доме. Тогда Умар сразу же направился к нему и постучался в его дверь. Абу Джахль открыл дверь и поприветствовал его, сказал: «Добро пожаловать, о племянник. Что ты хочешь?» Тот сказал: «Послушай же, о враг Аллаха». Тот спросил: «Что?» Тогда Умар ответил: «Послушай, воистину я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха». Абу Джахль изменился в лице и не сказал ни слова. Он закрыл дверь и вернулся к себе домой сокрушенным, униженным, утомленным. Именно так поразилась вся Мекка. Поразились даже шайтаны. Так как Умар ибн аль-Хаттаб сегодня принял ислам, так ислам начал усиливаться. А люди начали собираться вокруг любимого пророка Мухаммада, да благословит Аллах и приветствует его и все его семейство. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу «Аль-Ватан».